Нет, да. Не можешь, потому что не будешь летать в Джакарту, там узнавать, когда сдается. Тебя обязательно обманут, правильно? Обязательно. Обязательно тут как лошару последнюю проведут. Значит, ты должна вкладывать здесь. Да. Здесь ты вкладываешь 4% годовых, нищенский процент, абсолютно. Цены на недвижимость расти почти перестали. И будет, возможно, падать. Ты раньше получала свои поганые 4%, но ты думала, что у тебя растет в цене квартира. Да. Ни хрена она теперь почти что и не растет. Понятно? Значит, ты что тогда? В чем сберегать? В чем? 788-784-23. Алло, здрасте. Да, Тимур. Ну, смотрите, я решаю эту проблему следующим образом. То есть, ну, я, например, индивидуальный предприниматель. Да. И естественно, там есть определенные пенсионные сборы, но они минимальны для ИП. Ага. То есть, я плачу фактически ноль. Да. Вот потому что я вот все сборы компенсирую налогами. Вот. А вкладываться нужно в недвижимость, но не в квартиру по 12 миллионов бутово, понимаете? А в какие? При сдаче ничего не дают. Да. А в коммерческую недвижимость она дает аренды стабильно 1% в месяц от своей стоимости. Скупай первые этажи. Можно вопрос? Коммерческая недвижимость, имеете в виду склады? Так это сразу надо выложить пару миллионов, а? Нет. Склады. Ну, я не говорю, что это стоит 3 миллиона рублей, да, но помещение, например, условно за 7, 8, 9, 10 да. Дает 1% от своей стоимости в месяц. То есть, если у вас есть помещение 100 квадратов, да? Да. Вы его сдаете в Бутово по ставке арендной 1300 рублей. Вы имеете в виду первые этажи.